Доброе утро! В эфире Новости Лайт. Меня зовут Ольга Жукова. День должен начинаться с хороших новостей. О них расскажу. Любители караоке, объединяйтесь. Фестиваль «Самый лучший день» проходит в крупнейших городах России. Жители 10 мегаполисов могут продемонстрировать свои вокальные данные, помочь своему городу завоевать звание самого поющего и сняться в клипе «Самый лучший день», который войдет в финал одноименного фильма. Премьера намечена на 24 декабря. Акция уже прошла в Тюмени, Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. На очереди Новороссийск, Казань, Волгоград, Калининград и Сочи. А поклонники группы «Сплин» наглядно продемонстрировали тексты любимых песен. В сети опубликовано уже более 380 фотографий с визуализацией происходящего в разных песнях Александра Васильева. Сотни пользователей проявили фантазию и с помощью подручных материалов и фоторедакторов попытались показать, что зашифровано в текстах группы. Получилось забавно. Весь мир обсуждает яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. Недавно ее спустили на воду. Судно оценивается в 400 миллионов долларов. Оно пока не готово к эксплуатации. Идут отделочные работы. Это может занять несколько месяцев. Известно, что на яхте 8 палуб. Максимальная скорость судна составляет 39 км в час. Общая площадь парусов больше футбольного поля. А управление осуществляется с капитанского мостика, где установлена специальная сенсорная панель из черного стекла. Расскажу о том, что нам приготовила среда. У некоторых нижегородцев сегодня сбудутся мечты. Там пройдет кастинг в школу радио. В Омске в рамках образовательной практической конференции «Медиалаб» с секретной лекцией выступит музыкальный промоутер Светлана Фиксель. В Казани в театре имени Тинчурина спектакль «Гора влюбленных» по одноименной поэме повести Ильдара Юзеева расскажет о целой эпохе людей, в чьи судьбы вторглась война. В Уфе в рок-кафе пройдет концерт группы 312, а в Санкт-Петербурге в концертном зале «Аврора» выступит группа «Курара». На этом пока все. Теплоты, любви и хорошего настроения. Увидимся!